Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона Мешок. Здесь у меня монеты России, Соединенных Штатов и пару купюр, по-моему. Продавец монеты и конверты. Постоянно беру у него, в принципе. Все новинки беру у него в основном. Это у нас 100 рублей. Новые 100 рублей. Ржев. По-моему, она 22 года. Обновленные 100 рублей. Немножко здесь замята у меня. Также Эфиопия. 5 быр. 2017 год. И еще одну взял себе 5 рублей 22 года, обновленная, ну, купюра 97-го. Классно. Взял еще одну. И много монет. Еще, наверное, внутри у меня должна быть монета. Наклеено, что-то уже посыпалось. Ну, вот здесь у меня монеты РЖФ, точнее РЖФ это на купюру 10 рублей 23-го года, город трудовой доблести. Я их взял 3 комплекта. Все по отдельности. Надо будет смотреть, что положили. Ну, по-моему, я у него заказывал в этом заказе новинку смешарики цветную. Что-то я не вижу, что здесь было что-то. Ничего нет. Не доложил он, скорее всего. Надо посмотреть в заказе. Также брал здесь ходячку. 23-й год, рубль. 2, 5, 10. Знаете, надо смотреть. Это у нас... Ладно, сейчас все достану, посмотрю. Это все десярики. Сейчас из-за скотча будут все руки липки. Ну, хорошо, когда в конвейере, ну, так вот, каждая монетка отдельно. Все, десярики. Можно было их все комплектом положить. Сейчас сниму. Также, по-моему, американские. Вот смешарики в простом исполнении. Но я заказывал еще 2 рубля ходячка. Я заказывал, по-моему, и цветное. Тоже 10 рублей. Здесь 10 рублей. Так, и здесь 10 рублей. Посмотрим. Соединенные Штаты, 25 центов. 8-я монета. Американские женщины. Элеонора Рузвельт. Вот она.
принципе, весы. Стандартно ничего особенного. Смешарики. Ну, надо посмотреть, по-моему. И цветную заказывал. Так, качество, в принципе, отличное. 25 рублей. Ну, ходячка, рубль и два вижу. И, по-моему, что-то еще 10 гривен. 23-й год. Ну, сейчас гляну. Но эти монеты считать я не буду. Одно и то же. Ну, хотя можно посмотреть. Здесь у нас получается Нижний Новгород, Тагил, Новокузнецк и Новосибирск. Это третья серия. Нижний Тагил. Новокузнецк. Все монеты, в принципе, в отличном состоянии. Нижний Новгород. Тоже Нижний Новгород. Это просто ходячка, 10 рублей. Новокузнецк. Ну вот Новосибирск. Остальное все тоже будет повторяться. Сейчас посмотрю. Действительно ли заказывал цветную, не помню. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы. Пока-пока.